Зайду в магазин «Магнит». Посмотрим, правда ли у вас просроченные продукты там продают. Пришли на турнике «Брося». У них такой маленький зал, это жесть. Всем привет, друзья! Догадайтесь, куда я собираюсь. Правильно, в Россию. Я буду на своих друзьях, новичках показывать, какие самые распространенные ошибки делают новички в спорте и вообще в зале, в качалке. Что они не так делают? И что нужно делать. В этом влоге вы просто увидите, как мы приехали туда, как мы ходим, общаемся. А в других видео вы уже увидите, как новички не должны делать и какие ошибки они делают в зале. А также, возможно, на турниках и брусьях снимем. Многие люди спрашивают, как мне питаться? Я хожу в школу, я хожу на работу, я хожу в университет. И мне некогда и негде питаться вообще. Как мне это сделать? Делается все это очень просто. Простите за беспорядок на кухне. Берем вот так ложечку и накладываем ложечкой сюда. И курочку. Теперь кладем эту в микроволновку. Будем надеяться, что эта пластмассовая баночка не взорвется или просто не согнется. Так, по ходу эксперимента было выявлено, что пластмассовые баночки микроволновка не ломает, и с ними все нормально. Вот еда, друзья, берете такую фигнюшку с собой, все. И, конечно же, мы поедем на автовелосипеде. Да, погода нелетная, как всегда, друзья. Вот я и в России, друзья, ничего интересного не было, чтобы это снять. Поэтому сейчас иду, буду ждать пацанов. Получилось, что я приехал пораньше. Поэтому ждем. Пока время есть, зайду в магазин «Магнит». Посмотрим, правда ли у вас просроченные продукты там продают на прилавках. Короче, большинство товаров, которые я посмотрел, оказались просрочкой. Купил воду, надеюсь, не отравлюсь. У нас бы в Эстонии, скорее всего, за такой магазин прикрыли бы. А вот и Ванек идет. Здорово. Как дела? Хорошо. Это Ванек, ребят. Может, предыдущие люди, которые смотрели меня сначала, они его знают. Они меня так больше узнают. Да. Ну вот, блин, я, короче, зашел в ваш магазин. Там что? Столько просрочки, это жесть. В «Магните» в этом. А у вас типа нету? Ну, у нас нету вообще. Вот что? Да везде есть. Я тебе отвечаю, у нас вообще нету. У нас, короче, желтая цифра уже. Ну, типа, скидка. И она до, короче, действует. До того, как просрочится. За пару дней. Все сбываю. Нам очень многие говорили, знаешь что? Нам очень многие говорили, что ты очень обсираешь жажду. Почему? Вот. Ты вообще просто восхваляешь, короче, Эстонию и обсираешь жажду. Не, блин, я сравниваю. Да? Это сравнение. Сравнение? Ну ладно, тогда простим тебя. Короче, друзья, еще вторая разница. Это в Эстонии паспорта меняют каждые 5 лет, вообще независимо кто и как. А у них по возрастам в России в 14 и в 25, да? В 14, 20 и в 45 меняют паспорт. У нас каждые 5 лет. А еще, чтобы пойти в качалку, короче, нам нужно просто заплатить в фойе, да, в качалке. А у них надо через банк все платить, блин. Такой стрём. Ванёк говорит, короче, что ты типа Рашку обсираешь? Я говорю, я сравниваю просто. Пацаны просили сравнивать Эстонию с Рашкой. Я сравниваю, так что без обид, пацаны. Еще одно различие, ребят. Такие машины вообще в Эстонии очень редко можно увидеть. Поэтому вот, еще одно различие. Пришли к Ваньку домой. Еще покажем его хату. Это срачевня, а не хата, вы что? Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот вы, значит, наконец-то вы у меня. Сегодня я буду играть для Артура. Что попросите? Друзья, встретили Влада. Это Влад, кто не знает. Пришли на турники «Брося». Вот так они выглядят, они. Конечно, тут все скользко, мокро, лед вообще. Но сейчас попробуем снять вам видео ошибки новичков. Ну что, друзья, мы сняли это видео на турниках и брусьях. Теперь мы пойдем в качалку и снимаем уже в качалке видео для вас. Тоже, которые ошибки делают в качалке новички, естественно. Так, ну что, погнали. Просто проверяю, все надо запомнить или не все. Ну, тебе все надо рассказать, тебе показать, нет, а? Нет, да чего ты любопытный какой, а? Любопытному на днях придавили нос в дверях. Знаешь об этом?
Мне, короче, только что эта вахтерша сказала, что мне 17, максимум 18 лет. Я просто говорю, мне 24, она офигела просто. Паспорт попросила. Друзья, ну вот, пришли мы в зал, короче. Это аэробикой тут занимаются в этом зале. У них такой маленький зал, это жесть, смотрите. Силовой. Очень маленький, по сравнению с нашим, это вообще жесть. И зеркало есть. Ну ладно, ладно. Вот это наши качки, короче. Сейчас их тренировать будем. Посмотрим, что из этого получится. Погнали. А тут что за прыжки? У нас теперь норма открывается. А? Ага, а если ты завалишься? Конечно, написано там. И что? Ты еще выше положи. А зачем? Выше нельзя. А чего нельзя? А народу в зале, короче, огромное, просто множество. Мы ждем, не можем там поснимать, не можем качаться, потому что просто все забито. У них такой маленький зал по сравнению с нашим, это жесть. Еще одно отличие России от Эстонии. Это наш друг Филипп. Филипп. Да. Расскажите, что вы тут делаете? Я дуримаюсь. Хорош. А качаться не хочешь? Да сюда, скажи интервью. Качаться не любишь? Нет. Нет? А зачем вы сюда ходите? Вообще не люблю качаться. Я люблю дома спать на диване. Это правильно, спасибо вам. Ребят, пока они там думают, Артур с Владом, какое следующее упражнение? Ребят, я устал, я не хочу больше. Страшно. Наберите меня отсюда. Ну что, сейчас просто они занимаются, показываю, как правильно делать. Делаем упражнение на грудь, на верхнюю часть груди по программе тренировок, которую недавно написал, я ее уже снял. Вот, так что, ну как, Влад, чувствуешь мышцы? Нормально? Давай теперь Ваня попробует. Не забывайте дышать правильно. Повыше, да, чуть-чуть? У тебя, короче, вот этот гриф должен вот сюда куда-то опускаться. Немножко можно пониже капельку, вот сюда. Да, вот, вот. Техника правильная, так что все хорошо. Если вы новичок, то наймите тренера, не пожалеете денег, потому что вы все делаете неправильно. Поэтому вот. Да, многие новички вот так делают в таком положении. Но делаем таких три подхода, как в программе написано, 6-8 повторений. Пацаны, вам легко делать? Надо бы вес побольше. Надо веса все время увеличивать. Главное не количество. И на третий подход вам нужно делать просто на максимум 6 повторений. Накинули еще. Влад пробует. Кстати, можно сказать этому человеку, который у тебя подписчик, про то, что я такой же. Он не один. Держись, да. Брат. Друзья, там всякая вот эта куриная грудь у многих людей случается, кифозы, когда это прогнутая грудь, когда куриная грудь, это наоборот выпирает. Вот у Ванька такая же тема была. Вот, и таким людям гораздо сложнее заниматься, гораздо сложнее жать штангу, поэтому крепитесь. Главное, никогда не запускать это. Да. Лучше сразу обратиться, если заметили, что начинает это. Уже не знаю, как. Сразу же лечите кастовому ехать. Да, ломайте грудь. Ну все, мы закончили тренировку, из зала ушли. Сейчас пацаны пошли в магазин там купить что-нибудь для чая. Мы замерзли. Сейчас к Ваньку пойдем чай попьем. И я уже домой тогда двину. Друзья, пришел еще Миша. Вы его точно не знаете, да? Мы, короче, сейчас сидим, кушаем и смотрим мою запись, видео мое, где я делаю на грудь 5 минут. И Миша сейчас попробует. Сейчас проверим, сделает он или нет. Это обычное отжимание от пола, и сразу же второе идет моментально. Это отжимание с возвышенностью. Погнали, 30 секунд. Отжимание пришел. Алло, отжимание кто-то. Медленно делай, медленно. Ты выдохнешь, ты быстро очень. Одну руку вот так. Все, вот на другую. Смотри. Видишь? Давай. О, да. Ага. Слабак!
Давай! Давай, слабак! Я даже после сала больше сделал. Все. Умер. Чувак, я даже после зала больше сделал. Чисто списание будет? Завтра Влад просто не разогнется вообще, отвечаю. Это будет жесть. Естественно, можно делать медленно. И упражнение кладем. И последнее. И делаем скручивание. Мы должны будем чувствовать максимально на наши мышцы. Давай, погнали. Двумя пальцами, руками даже, да. Я понимаю, как он умер уже. Это жесть. Ребят, всем советую попробовать это упражнение, это жесть просто. Да, совсем чуть-чуть. Все, он это сделал, чемпион, красавчик. Можем поздравить его. Теперь следующий пошел, короче, даже два следующих. Будут, короче, в ряд бомбить. Живой мотиватор прям рядом с ними сидит, фигли нет. Вон он, да? Да, вон живой мотиватор. Можно даже медленно прорабатываем, чувствуем мышцы. Ноги сильнее согни. Потому что нам на протяжении 8 минут придется делать упражнение. Серьезно? Они, короче, выдыхаются уже на середине. Один курица нажрался. Вот этот. Умирает просто. Он сейчас блеванет курицы, короче. Короче, они перданули, сидим тут это. Парни слишком перекачались. Все лезет с одного места. Последнее упражнение идет. Они уже просто умерли уже. Погнали, последний подход. Они уже без техники делают там это уже. Это уже не упражнение. Это хлам какой-то. Ну, у них уже хлам был с середины, да. Понятно, кто победил. Красавчик. Симпотничает с той стороны. Наша крепость мужчин. Да, первый раз. Нет, наши интереснее с вашей стороны. Классно. А у вас просто, ну там не нужно смотреть, там стены. А у нас, видишь, зам. И очень красиво видно, кстати, с нашего зам. Че делаете? Что делаете? А что вы делаете? Мы... Коноплю собираете? Да, много знает. А давайте, а почем? Поторгуемся. Давайте. Конопля где? Ну, у вас в сумках, наверное. Ладно. Удачного сбора конопли. Все, друзья, еду домой уже. Темно. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.